Привет, друзья, это Зверько и новый этап ML Factor. Я, наконец, открыл все эмблемы до 40 левела и могу о них наглядно рассказывать. Начну с эмблем мага, поскольку сам играю в основном на магах. Не совсем по своей воле, правда, но если лагает и тормозит устройство, то ими проще держаться на расстоянии и не дохнуть лишний раз. Ну, хватит о грустном, давайте о непонятном. Чем важны эмблемы? Если раньше они были как дополнительный предмет на старте, то сейчас они настраиваются на свой вкус и выбираются перки, все речь пассивный навык. Что дают эмблемы на 60 левеле, вы сможете посмотреть в окне статистики. Поинты мы можем потратить на магическую силу в единицах, перезарядка навыков, скорость движения в процентах, проникновение в единицах, магическая сила опять, но уже в процентах, вампиризм от заклинаний. В чем разница? Единичные значения делают легче старт, а процентные сказываются на героя в целом в течение всего боя. Я выбираю КД навыков и либо проникновение, или магическую силу в процентах. Теперь к перкам. 20 левел. Первый перк в течение 10 минут повышает наше финансовое благосостояние, поскольку за каждого крипа, которого вы добили, вы получаете 16 монет сверху. Это неплохой старт, поскольку первые крипы дают мало монет, но цена за их убийство возрастает в течение боя. За листых крипов 16 монет не дают. Удобно для магов, которые быстро зачищают волны крипов и добивают их сами, например, Виксана или Харли. На 30 левел. Вам нужно трижды нанести урон любой цели больше, чем 10% максимальной ХП этой цели в течение 5 секунд. Чтобы противник загорелся и трижды получил урон. КД пассивки 20 секунд. Самое нелепое, что пассивка срабатывает и на крипах, и на лесных мобах. То есть ее легко разрядить туда, куда не надо. Что интересно, урон от жезла молний учитывается в срабатывании пассивки. То есть он идет у нас как удар навыком. В общем, вам нужно трижды нанести урон персонажу, чтобы он загорелся. Притом существенный. Проще всего это делается на Карине или Айдоре. В принципе, подходит для боя 1 на 1, с учетом того, что вы не разрядились в лесного моба. И на 40 левеле открывается последний перк. Тут все просто и здорово. Когда вы наносите урон магии, сверху еще наносите 4% от максимальных ХП цели магическим уроном. И восстанавливаете 3% маны. КД перка 5 секунд. Красота! И урона больше, и ману экономим. Единственное, пассивка срабатывает не только на героях, но и на лесных мобах, и на крипах. Впрочем, КД 5 секунд позволяет особо не экономить. Вот такой первый выпуск про эмблемы. Делитесь видео, подписывайтесь на канал и ставьте лапки. Всем пока!